Да, ну, видите ли, весь этот процесс имеет очень слабое отношение к экспорту, там гораздо больше, конечно же, политики. И то беспрецедентное давление, которое сегодня оказывается на Россию, оно нашло свое отражение вот в такой специфической сфере. То есть, если можно было предполагать какое-то давление в сфере экономики, в политике, то здесь вдруг неожиданно задействовано такое направление человеческой деятельности, как спорт. И выбран ведь момент какой, именно Олимпийские игры. Почему? Потому что это очень могучая площадка. Это то, что сейчас видят, слышат, обсуждают, ну, в любой точке мира. И именно эта площадка и была избрана в качестве вот такого лобного места для порки российского спорта. Конечно, решение, которое было принято, и, собственно, просто по спортсменам все эти решения, они несуразные, непонятные. Отстранение от Олимпиады такой звезды, как Исенбаева, мне, ну, просто я не могу найти логическое пояснение.